Цивилизация осьминогов. Моя голова находится в третьем измерении, а я в четвертом. А мои аватары на концах моих многих щупалец разбросаны по страницам социальных сетей. Они двухмерны, хотя и звучат иногда. Обладают каким-никаким своим особым интеллектом, сообразно той социальной сети, в которой пребывают, и способны к совершению разумных действий в соответствии с задаваемым сетью контекстом и даже свободой. Но основные решения и руководство, конечно же, принимает и осуществляет моя голова и тело в 3D и голова и тело в 4D. Где же моя центральная голова и тело? В каких «Д»? Как быстро фрактальная цивилизация осьминогов поработила и превратила нас? Цивилизация осьминогов поработила и превратила нас.